Здравствуйте, друзья. Ну, раз уж мы все болеем тут, я покажу, как вообще... Ну, я показывал в лайфхак, как уколы делать собакам, чтобы она не дергалась. Сейчас покажу, как давать таблетки. Я, по-моему, показывал, как таблетки давать. Ну, вот тут такой образовался лайфхак. У меня образовался паштет печеночный. Вот смотрите. Сейчас просто покажу. Берете таблетку. Так. Вот. Так, заворачиваете ее. Все завернули. Пусть стоит. И теперь даем иголу, подняли, чтобы проглотил. Все. Все, собака проглотила. Ну, вот таким образом собаку до сих пор хочет еще что-то, какую-то таблетку сожрать. О, а тут Шуня прибежал. Пусть, хорош! Ну, как вы поняли, Шуня-то здесь ни при чем. Так, для оживления картинки. Вот сидит, валяется, вышел на улицу. Ну, также пользуюсь случаем. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Ротик Пуся, котик Шуня и я, Юрий Одиноков. До встречи!